Яркие выступления творческих коллективов «Химок» в жилом комплексе «Велтон Парк» «Новая сходня» объединили десятки семей. День защиты детей в городском округе отмечали и в будни, и в выходные. Такие мероприятия являются уже традицией в городском округе «Химки». Сегодня, как вы видите, мероприятие проходит в микрорайоне «Велтон Парк». С 1 января эта территория является также городским округом «Химки». Как мы видим, организовано все на высшем уровне. Показывали свои достижения и воспитанники спортивных клубов. На небольшой сцене ребята демонстрировали эффектные акробатические трюки. Сегодня как никогда важно уделять внимание подрастающему поколению, их развитию, патриотическому воспитанию. И наша задача, как взрослых, создавать им такие условия для развития, чтобы они получали качественное образование, посещали лучшие кружки и школы, гуляли в красивых парках, жили в радости и в любви. Кульминацией праздника стало выступление химкинских мам. Они представили гостям танцевальную композицию, которая не оставила равнодушных. Праздничные мероприятия по случаю главного детского праздника прошли во всех микрорайонах округа.